Вот так неприглядно выглядит подмостовой переход под Соковским мостом сейчас. Судя по этим фото, сделанным еще зимой, на козырьке скопилось много снега, который никто не счищал. Поликарбонат не выдержал и лопнул. По информации городского управления благоустройства, примерная площадь поврежденного покрытия составляет 60 квадратных метров. Сегодня уже приступил подрядчик к демонтажу. Сейчас мы посчитаем точное количество поврежденного покрытия. Вот. Где-то примерно в пятницу уже придет поликарбонат, и к концу недели планируем начать монтаж. То есть пешеходный переход будет восстановлен.